пример красивому звучанию автомобиля многие приводят 63-й гелик. В стоке он звучит очень красиво, благородно, круто. Но это заблуждение. К примеру, новые 63-й гелики стали очень тихими. Это ерунда. Есть там спорт плюс режим, и вот там добавляется тот самый благородный рык. Нет, это тоже огромное заблуждение. Помимо прострела, в режиме спорт плюс на гелике появляется абсолютно ничего. Характер и тональный звук остаются прежними. Получается, что прострелы — это единственное основное изменение. Разве этого достаточно? У таких тачек есть потенциал, есть способность к красивому выхлопу, но их нужно научить. А тут мы, Filitec, как настоящие дрессировщики, учим красиво звучать, и из обычного стеснительного гелика получается красивый, благородный, характерный автомобиль. Звучит штатно и спокойно, а в режиме Sport Plus сразу меняется характер, тональность и, знаете, вот те самые прострелы, которые раньше были основным изменением. Сейчас вишенка на торте. Кстати, а с каким животным гелик ассоциируется у вас? Очень интересно, пишите в комментариях. Ну что, как там в телефончике? На диванчике? Прикольный выпуск. Если понравился, обязательно поставь лайк, напиши комментарий. Нам действительно очень важна именно от тебя обратная связь. Если у тебя есть какие-то идеи, что нам можно снять или что нам можно в выпуске поменять в лучшую сторону, обязательно пиши. Нам будет очень приятно. Пока.